Православные христиане 14 августа отметили медовый спас. Появился он благодаря пчеловодам, которые в это время обычно приступают к сбору меда. В этот день принято чествовать пасечников. Их труд и, конечно, освещать мед. Известная в Твери семья тамбовских пчеловодов Тюриных пригласила нашу съемочную группу на освещение меда в торговый центр «Олимп» и в бизнес-центр «Тверь». Отмечать медовый спас широко и весело. Давняя традиция, которой строго следуют тамбовские пчеловоды Тюрины. На ярмарке, которые открыли в торговом центре «Олимп» и в бизнес-центре «Тверь», всегда приглашают покупателей на чин освещения и пробу разных сортов меда. Медовый спас, конца августа, мед освещенный, чистый. Ну, это у нас в крови, по традиции приходить покупать мед, есть натуральный мед. Это наша традиция. А попробовать и купить на этих ярмарках можно мед на любой вкус. Всего более 20 сортов. Гречишный, липовый, цветочный, акациевый, а также различные продукты пчеловодства. Считается, что освещенный мед обладает особенно ярким вкусом и целебными свойствами. Больше 10 лет уже приезжаем в Тверь, привозим мед. Традиционно на медовый спас мы приглашаем батюшку, который освещает мед. Приглашаем всех за медом. Желаем всем в этот праздник здоровья, счастья, удачи и сладкой жизни. Церемония освящения является для покупателей настоящим подарком, который приносит много положительных эмоций. Считается, что первая ложка такого меда обладает магической силой. Если загадать заветное желание, оно обязательно сбудется. Первый раз попала на такой праздник, на освящение вот меда, да? И знаете, вот такая прям вот легкость какая-то, вот знаете, вот. Ну, очень понравился. Тем более мед освещали. И вот, знаете, вот большое спасибо. Ну, вот даже не знаю, что сказать. Знаете, очень рада. И большое спасибо, что проходят вот такие ярмарки. Для своих покупателей пчеловоды Тюрины держат цены прошлого года. При покупке 5 килограммов 6 в подарок. А тем, кто приобретает сразу 3 более килограммов одного сорта, дается скидка 17%. А 3 килограмма урожая прошлого года продадут за 1000 рублей. Приобрести мед с семейной пасеки Тюриных можно ежедневно в торговом центре «Олимп» и в бизнес-центре «Тверь».